Приготовились, реплику дайте. Чуть-чуть плотнее.
Бабочку, вот которую тебе. Знаете, да. Купил. Купил? Пришел просто так. Сам нашел, да? Фантазию. То есть без даже. Сразу высеки у него пойдет. Лена. Гость. Кто ну давайте. Ну давайте. Ты же сказал, ну давайте. Это Лена. Ой, спасибо большое. Андрей, Антон, бери. Нет, все нормально, но бери. Оля, плеснуть. Спасибо большое. Да. Андрей, ты плеснуть. Антон. Софья Цапко, кто это? Давайте тоже я. Вообще я с ней завтра увижу, что передавай. Завтра увидишь, что я тоже не могу. Может, Андрей отдашь? Да, конечно. У меня Андрей это переиграл. Дмитрий Чуйкин. Алексей Кричичев. Вот мы сейчас держим в руках, собственно, то, что не могло бы никогда в жизни состояться, если бы к нашей работе вот так же, ну, как вам сказать, как щедро, добродушно, бескорыстно не присоединился Григорий Юрьевич. И я опять же считаю, что поскольку все не случайно, мне кажется, что то, что вот все присутствующие сегодня, 12 апостолов, значит, то, что ваше, один из первых ваших шагов в театре, ну вот, на зритель, выход на зрителя, сопровождает творчество Григория Яковлевича Губерника, это не случайно, ребята.